славу нашего Господа Иисуса Христа, я попробую прочесть стихотворение, которое написала Вера Кушнир, наша христианская поэтесса. Оно называется «Раздумья матери». Весь день стояла у креста, оцепенелая, без силы, зажала добела уста, не плакала, не голосила. Опять, как 30 лет назад, события дней в душе слагала. Мой сын распят, мой сын распят, беззвучно сердцем повторяла. Нагрянул неизбежный час, она весь день за ним ходила, своих от слез опухших глаз с него тревожно не сводила. А память из прошедших лет картинки воспроизводила. Вот Вифлеем, вот Назарет, вот храм, куда она его водила. Вот он, младенец на руках, в чужом хлеву, вдали от дома, где эхом прозвучал в веках впервые голос незнакомый. Вот он, подросток в мастерской, отца земного подмастерья, в руках спарился труд любой. Росло заказчика в доверие. Он рос, мужал, и с каждым днем ей непонятней становился. Молилась по ночам о нем, чтоб дней грядущих не страшился. О сердце матери, оно уже предвидело разлуку. Мой сын земной и неземной, он радость мне несет и муку. А далее, в течение 3 лет, не счесть ночей ее бессонных, есть сын, и все же его нет. Он достояние посторонних. Он толпы учит и целит, и речь его мудра и властна. Но сердце матери болит, так говорить, как он, опасно. Не ей беду предотвратить, он был на муке предназначен, чтобы грех всемирный искупить. Вот только сердце сильно плачет. Так вот он, меч, что Симеон ей предсказал в далеком прошлом. Спасение Божие видел он в ее едва рожденном крошке. Он сын, но он спаситель мой, и смерть концом ему стать не может. Сидит в раздумьях долго мать. Ей далеко не все понятно. Все научилась принимать, приятно ей или неприятно. Она одна, а ночь темна, и сердце судорожно бьется. В просвет окна глядит луна, свет голубой по стенам льется. Нашло предчувствие, как тень. С ним что-то будет, что-то будет. Еще не знает, что на 3-й день отец распятого разбудит. Аминь.